Читы включены. Машина едет первая, вот она! Всем привет, друзья, с вами Неломоб и маленькая овечка. Привет, друзья! По имени Нелом, по имени Цезарь. И мы сегодня играем Hello Neighbor, привет, сосед. И что сегодня мы будем делать? Сегодня мы будем делать блокаду, баррикаду для автомобиля. Вы знаете, что здесь иногда проезжает очень быстро автомобиль. Давайте сейчас подлетим вверх и посмотрим сверху, будет ли он ехать или нет. Так, пока что не видно. Вот, раз машина, два машина поехала. С этой стороны, правильно. А с другой стороны пока что не видно. Но, скорее всего, мне нужно будет сосредоточиться именно на этом участке дороги. Почему? Потому что мне будет видно, когда машина здесь едет, и я смогу все контролировать. Вот, поехал автобус, ведь! Только что спица уехал. Вот еще машина. В принципе, можно делать всю дорогу ограждать, и там уже разберемся, с какой стороны будет ехать какая машина. Значит... Та и будет сбивать нашу баррикаду. Какой мы будем делать баррикаду? Ой. Ну, машины постоянно ездят, как вы видите. Нужно приготовить сначала все для того, чтобы мы могли быстро это все устроить и построить. Вначале мне понадобятся, конечно же, контейнеры. Контейнерные баки. Я думаю, что их надо нам 8 штук где-то насобирать. Вот здесь один бак контейнера был. И, по-моему, еще был контейнеров баки вот здесь. То есть мы их сейчас поставим... Сначала вдоль дороги, то есть не близко, близко поставим мы сейчас их, а немного дальше. Ой, машина красная такая улетела. Немного дальше мы их ставим, почему? Потому что мы вначале все подготовим, все, что нам нужно, а в конце быстро-быстро-быстро все расставим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 баков я насобирал, 6, еще у меня в доме, кажется, было 2 бака. 6, 7, 8, правильно? Или нет? Нету у меня тут баков, я думал, что они здесь, они улетучились. Хорошо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 баков насобирали. Возможно, где-то здесь еще есть баки, просто я их не увидел. Да нет, в принципе, нету тут больше баков, ладно. Раз уж 6, значит мы распределим 6 баков. Следующее, какая у нас, чего у нас будет состоять стенка, это телевизоры. Телевизоры можно даже включить, наверное. Так, телевизоры, подготавливаем все ближе, подвигаем. 4 телевизора у нас будет, 6 баков, ну и коробки. Елку я пока не хочу свою разрушать, то есть всю ее разбирать, вернее. Поэтому я побегу, пожалуй, вот сюда и здесь найду нужные мне коробки. Вот здесь, благо, у меня этих коробок целая куча. Вот 4 коробки у меня есть. Сможем даже, возможно, сделать двухэтажную защиту. Но мне кажется, что машины приедут намного... О, сосед пришел! Ты что, решил тут со мной в шутки поиграть? Так, он дальше, по-моему, чем на дорогу, он не вылазит, кажется, сосед. Так, все, уходим от него, уходим, уходим. Нам нужно насобирать коробки, вот наша главная задача. Сосед что, за нами бежит, что ли? По-моему, он там скачет. Раз, два, три. Уходим, уходим, уходим. 3 коробки есть. Мне нужно еще одну коробку найти. Так, сейчас мы, по идее, заберем коробку еще одну. Толкнем его и удираем, удираем, удираем. Быстро, быстро, чтобы он нас не догнал. Так, он бежит? Нет, отстал, кажется. Все, мы от него оторвались. С этой стороны тоже можно поставить, в принципе, коробки, чтобы нам было удобнее все быстренько, быстренько, быстренько расставлять. Итак, смотрим. 4 коробки здесь, 4 коробки вот здесь. Отлично, то есть у нас есть 8 коробок, у нас есть вон сколько... Ой, сосед, ну ты зря тут становишься. Тебя может машина сбить сейчас. Что еще можно поставить? Лампы. Меня интересуют лампы и меня интересуют светильники различные. Это тоже... О, можно мусорные пакеты тоже взять. Так, их тут, по-моему, тоже довольно много в игре есть. Давайте их тоже возьмем. Так, где там они тут еще были? Стульчики! А, точно, 4 стула есть как минимум. Я даже пожертвую для этого эксперимента своими собственными стульями. Так, тут где-то были пакеты? Есть и здесь пакеты, здорово. Так, пакеты нам тоже понадобятся для этого великого, великого-превеликого дела. Так, раз, два, три, четыре, пять пакетов есть. В принципе, должно хватить. Теперь стулья. 4 стула где-то здесь было. Вот, раз, два. Потом, если что, я их позабираю себе обратно, конечно же. Но для эксперимента нужно использовать иногда и свои родные, своего дома, родного вещички. Так, вот, раз стул, два стул, три стул, 4 стул. Все, хорошо. Теперь, в принципе, мы можем начинать строить, ребята. Но надо учитывать то, что если как-то можно замедлить, конечно бы, это все как-то замедлить и сделать так, чтобы машина здесь не ездила, было бы, конечно, чудно. Было бы чудесно, но не факт, что это получится. Вроде бы пока машины не едут. И это меня радует, что машина не едет, пока я тут лажу. Это очень хорошо. Теперь мы, наверное, все-таки приступим к постройке нашей стены. Раз,
два, три, четыре. Так, итак, расставляем. Раз, два, три, четыре. Еще два бака есть. Так, ставим. Надеюсь, сейчас машина не будет ехать в тот момент, когда я тут строю все. Так, есть баки, есть, есть, здорово. Ящики, ящики. Ой, подпрыгнул. Ящик меня выбросил вверх, в воздух. Так, забираем, забираем, забираем. Ящики. Замуровываем ящиками все. Ящики, 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 ящики. Должны все забаррикадировать тут. Так, еще нужны ящики. Так, забираем, забираем. Оп-оп-оп-оп, быстренько, быстренько, быстренько. У нас немало, у нас очень-очень-очень мало времени для того, чтобы тут все забаррикадировать. Так, телевизоры. Раз, два, три, четыре. Четыре телевизора. Раз, два, три, четыре. Есть четыре телевизора. Стулья. Раз, два, три, четыре. Быстро, пока машина не едет. Быстро, 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 быстро. Стул. Раз, стул. Два, стул. Три, стул. Четыре. Есть. Что еще? Что я еще хотел поставить? Мусорные пакеты. Раз, два, три, четыре. Взяли, взяли, взяли. Быстро, быстро, быстро. Не отвлекаемся. Не теряем ни секунды времени. Так, раз, два, три, четыре. Пакет последний. Последний пакет. Я все поставил, что хотел. Можно даже на стул попробовать поставить. Так, все. Кажется, мы все поставили. Теперь главное, чтобы машина это все не сбила. Так, вроде бы можно заценить. Красивая получилась наша, конечно же, баррикада. Теперь осталось финальный аккорд. Нам надо подняться вверх и на это все посмотреть. Нажимаем на F2 и летим с помощью читов вверх. Так, читы, 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 читы включены. Машина едет первая, вот она! Как она пролетела через мою баррикаду? Куда она делала? О, еще одна, бабу! Опять, еще едет, бабу! Боже мой, вы видите, что происходит? Еще автобус! Все позбивало мое, все, все. Я так старался строил, но машины все-таки взяли и прорвались. Интересно, знаете, что еще попробовать будет? Еще одна машина! О, господи! Некоторые баки начали сходить с ума и начали шуметь. Еще мне хочется, но это в следующей серии я сделаю. А, наверное, серия будет следующего такого плана. Мы сделаем все. Ой, машина еще одна, еще позбивала все. Гляньте-ка, ну баки сходят с ума. Знаете, что нужно было еще сделать? Я это призабыл, но может быть я это схитрил и оставил на будущий ролик. Суть в том, что мы могли поставить еще капканы. Интересно бы, мы смогли бы пробить колесо машине или нет. Если бы мы построили бы здесь, допустим, дорожку из капканов. И здесь дорожку из капканов. Ну, к примеру, здесь три капкана, здесь три капкана. И тут, к примеру, тоже так нагородить еще всякими такими предметами. Но, возможно, мы этим займемся уже в следующей серии. А пока что все. Спасибо вам за просмотр. С вами был Миломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Увидимся в других видеороликах. Пока-пока.